Кстати, в прошлом году Тюменская область показала лучший результат на федеральном этапе конкурса профмастерства. Он проходил по 21 номинации в двух группах. Отдельно соревновались студенты, отдельно трудящиеся. Представители нашего региона взяли 11 первых мест, 14 вторых и еще 7 третьих. В тройке лидеров вместе с нами были участники из Челябинской области и Югры. Ну и отмечу, что работающие тюменцы в прошлом году взяли золото в следующих номинациях. Лучший фельдшер, автомеханик, инженер-эколог, инженер-конструктор, а также мастер столярно-плотницких работ.